Галина. Здравствуйте, Алексей Васильевич. У меня такой вопрос. Как пополнять утраченную энергию организма после его борьбы с электромагнитными излучениями, электрической техникой и прочими вредными воздействиями? Заземление и общение с другими стихиями, не только с землей, но и с водой, с воздухом, с огнем, с эфиром. Побольше, почаще на природе быть, там, где нет электричества.